Община Западного Азербайджана решительно осуждает сделанные 2 сентября провокационные заявления реваншистских сил Армении, остаточных элементов сепаратистского режима, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Тех, кто, надеясь на своих западных покровителей, мечтает о возвращении в Карабах под международные гарантии и отрицает право западных азербайджанцев на возвращение. Об этом говорится в комментарии ведомства. Мы неоднократно обращались к правительству Армении с призывом положить конец действующей на ее территории силам, выступающим против суверенитета Азербайджана. Правительство Армении не только не предпринимает никаких мер, но на словах, говоря о мире, поощряет антиазербайджанские шаги. Комфортное функционирование в Армении так называемой репатриационной комиссии во главе с бывшим министром иностранных дел, остаточных элементов сепаратистского режима, преподносящих себя как правительство в изгнании, неприемлемо. Заявляем, что если Армения не откажется от этой опасной политики, то мы начнем работу по созданию в Азербайджанской республике правительства Западного Азербайджана в изгнании и направим обращение в Милли Меджлис с целью создания в парламенте комиссии по возвращению в Западный Азербайджан, подчеркнули в структуре.